В оконце солнце светит ярко, и птица песенки поет, журчат ручьи, 8 марта, 8 марта к нам идет, цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души, мы любим вас и понимаем, вы воплощение любви. 7 марта, день Афанасия Маврикия. День назван в честь преподобного Афанасия Исповедника. В своих иноческих подвигах он достиг больших высот. За почитание святых икон был подвергнут мучениям. Святой мученик Маврикия отказался поклониться ложным богам. Его привязали к дереву, обнажили и обмазали медом от головы до ног. Мухи, комары, оводы, осы, шершни немилосердно жалили его 10 дней. День Маврикия связывали с прилетом скворцов, а потом и ласточек. Верили, что первая ласточка приносит весну. С этого дня крестьяне начинали вывозить в поля навоз. Причем старались это делать, когда луна находится в последней четверти. Если сегодня полнолуние, то нельзя вывозить на поле навоз. Будет много сорняков. Сегодня традиционно готовили блюдо черную уху. Это был суп с мясом, которое варили в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Приметы. На безоблачном небе сегодня видно ясно солнце к перемене погоды. Если рассвет светло-розовый или золотистый, погода будет прекрасной. Туманный, прохладный день к влажному лету. Кто первым в семье увидит прилет грачей, тот будет самым счастливым в этом году. Запел жаворонок, весна наступила. Если женщина сегодня увидела первую ласточку, пусть умоется молоком. Это сохранит молодость и красоту. Посадить капусту сегодня к богатому урожаю. Гусеницы не тронут капусту. Облака висят высоко, к дождю со снегом. Гладкий снег предвещает неурожайный год, а рыхлый богатый урожай. Она где панорамное окно? И смысл тогда этого панорамного окна, если тут лестница, ну, и ты идешь. Вот, видишь, мы... Thank you.
что за Серега? Не оборачиваясь. Посмотрим.